Это заброшенный комплекс, дроновый, легенький. Всех убиваете, в последней волне появляется sentient моб, с которого дроп. Strain мобы, это мобы, которые бросают сетку и дизрапт. Их надо убивать в первую очередь. Их здесь пока что нет. Ну вот, ребята, я на кораблике, которому 20 минут. То есть у меня аккаунт, которому 20 минут. Я уже прохожу боевую аномалию. Крейсер, орудие, скан, все вкачано, да? Все, все вкачано. Инженерка в пятерку, да? Да, ну да, инженерка. Это уже загнул. Правда, без МВД, но... Если у тебя навыков нет, создаешь от вина, бля. Ты под этот крейсер полетел. Не надо ничего качать, все и все такое. Ну как сказать, не надо, что деньги-то я откуда взял, я же другого перса перекинул. Обучение, блядь, он проходит, ему 15 лямов дают. Вот на крейсер, блядь, хватит. Там еще куча кораблей на продажу. Да. Ты успеешь на Sentient моба единичку выбить? Потому что сейчас будет последняя волна. Сейчас, заметит бы его вовремя. Лучше А, наверное. Мы его уже убили, это была последняя волна. Смотрите, я единичкой пометил труп. Остался от Sentient моба. Он называется по типу названия. Не по названию, а есть тип еще. Он по типу Roach Small Commander Wreck. Вот все Commander Wreck надо лутать. Они есть разные. Small, Medium, Large. Но приписка у всех Commander Wreck. Это мобы, с которых падает вкусный лут. Их лутаем. Все остальные не лутаем. 20 миллионов упало. Тут падает до 300 миллионов. Но 300 падает, конечно, очень редко. Чтобы все посмотрели на лут, что здесь падает. Вот оценочная стоимость 21 миллион. Она, эта аномалька делается 5 минут. Вот 5 минут у вас 20 миллионов в кармане. Но падает так не всегда. Бывает 300 тысяч, может быть. Ну, рандом. Посмотрели плюс все? Плюс здесь, с этих комплексов, падает безномерная экспедиция, в которой не один дест. Вам в экспедициях дает место назначения. Вы туда прилетаете, варпаете туда. Приварпали, там тоже будет Sentient моб и еще кучка мобов. Вы Sentient моба убили, лут забрали и свалили. Но предварительно смотрите Strain мобов, потому что эти Strain мобы, гады, задизраптят вас, бы, засеткуют и убьют. А как же посальважить вот обломки? Здесь в хайсиках невыгодно сальважить. За то время, которое ты потратишь на сальвах, ты можешь найти еще один комплекс и заработать еще 20 миллионов. А можешь насальважить аж там 600 тысяч за это время. Зеленые, которые сканить не надо, их лутать и летать, закрывать. Я, например, этим не занимаюсь. Я занимаюсь чисто боевым сканом. Я сканирую, нахожу боевые сигнатуры и прохожу. Как принято в хайсеках? Вот если там, допустим, я один насканил эту аномальку и прилетел там два человека, то первый... Вежливый тон — это улететь, если кто-то уже ее фармит. Ну, пиздюков дохуя, готовьтесь, будут пытаться отжимать вас. Есть такая вещь, как подскан. Вы, когда закрыли аномальку, выставили себе в один АЕК и нажали подскан. Если никого нету, все, можно улетать. А если у вас тут в одном АЕКе куча народу, либо кто-то есть, то улетать нельзя, да. Вариант того, что у вас могут украсть лут. Все, понял. Я еще как бывает делаю. Там насканил аномальку, а в локале там 25 человек, как еще. Я узким лучом просканиваю аномальку и смотрю, что там уже две гилы сидят на этой аномальке. Толку туда лететь нет. Донат на развитие Академии. Для того, чтобы перевести деньги, нужно открыть меню «Информация о Русской Академии». В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать «Перечислить деньги».